Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесном массиве трупа мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, днем 2 января 2016 года погибший вместе со своим товарищем на снегоходе выехал в район озер, расположенных у государственной границы Российской Федерации и Республики Финляндия. Управляя снегоходом, товарищ погибшего услышал хлопок и, когда обернулся, увидел друга, сидящего на пассажирском сиденье с огнестрельным ранением головы. Остановив снегоход, мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Назначено судебно-медицинское исследование, также ряд судебных экспертиз. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Погибшему было 39 лет.